Останки воина казахстанца Умирзака Казанкапова, погибшего в годы Великой Отечественной войны под Смоленском, захоронили на родной земле. 13 июня военным бортом останки были доставлены из России в Казахстан на малую родину солдата из Москвы в Семей. Памятная церемония состоялась в минувшее воскресенье в Доме офицеров Семейского гарнизона. В ней приняли участие представители Павлодарского поискового отряда «Майданжола». Рядовой Умирзак Казанкапов, воевавший в составе 120-й отдельной стрелковой бригады, погиб 14 августа 1942 года в ходе Ржевско-Сычевской наступательной операции. Останки воина были найдены поисковым отрядом «Кобальт» Московской общественной организации «Поиск» во время полевого выезда на территорию Темкинского района Смоленской области. Иван Зомнин вышел на связь с просьбой оказать содействие в поиске семьи. В течение дня, как он рассказывал, они раскапывали воронку, там были заросли деревьев, и в корнях были обнаружены эти останки. Благодаря медальону, который они подняли среди этих корней, была установлена личность, хотя в документах Центрального архива Министерства Российской Федерации он числится без вести пропавшим. Павлодарский поисковый отряд «Майданжола» очень долго искал родных солдата. В результате в городе Семей нашли правнука найденного бойца Умаргали Мадияра, а в Павлодаре – правнучку Лязат Казанкапову. Спустя 78 лет родственники узнали о месте гибели своего деда. Вместе с останками солдата родным передали его личные вещи – историческую справку и медаль с документами. После митинга останки погибшего солдата перезахоронили с воинскими почестями на кладбище в городе Семей. Военными был дан оружейный салют по случаю возвращения солдата на родину. Вероника Вишневская, Ертыс Ахпарат.